Всем привет! И у меня сегодня к Эльдару такой вопрос по поводу медитации. Что такое медитация и как медитировать с помощью варгана? Ну, медитация вообще это, ну, для каждого своя медитация, скажем так. Некое такое расслабление мыслей, остановка мыслей. Когда человек снимает напряжение и чувствует момент здесь и сейчас. Медитировать с варганом довольно просто. Все внимание в звуке, в дыхании. И, соответственно, снимаются мысли очень быстро довольно. И ты погружаешься в такой цикл игры, творчества, творения. Можно задействовать разные техники для этого. К примеру, какую технику вот лучше всего использовать новичку? Можно, например, выработать чередование дыхания ртом и задержкой дыхания. Вот. Единственное, на задержке дыхания нужно открыть умение это делать. Для этого нужно много воздуха набрать гортань и как бы немножко как кадык вниз опустить и поговорить как уточка. Ай-яй-яй. 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 На задержке дыхания. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, и без голоса. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, вот так вот. Играя с гласными на дыхание ртом, допустим, секунд 30, условно, примерно, и потом чередуете на задержке дыхания те же, в принципе, гласные. Вот, например, ай-яй-яй, ой-ой-ой, хэй-я-хай-я. Вот. И теперь с задержкой дыхания все то же самое. Вот, и таким образом уже чередуете дыхание и задержку дыхания. Ну как? Ну, долго не получается задерживать дыхание, вот, угу. А так очень интересно. Ну, конечно, надо смотреть по настроению, как бы, если уже тяжело, надо начать дышать. Ильдар, вот такой вопрос. Я слышал, у тебя есть техника мелодии древних. Расскажи, пожалуйста, по поводу этой техники. В чем ее плюсы, что это такое и почему мелодии древних? Ну, так условно назвал я ее, потому что получаются мелодические такие моменты. Вот звучит она примерно так. Вот, соответственно, здесь вот мелодии строятся с помощью чередования дыхания и задержки дыхания. Вот, и разными гласными достигаются разные мелодии. Здесь нужно быстро научиться чередовать задержку дыхания и дыхание ртом. Для этого нужно проделать такое упражнение. На ай артикуляции делаем задержку. Ай, ай, ай. Вот так это звучит. И делаем, то есть, быстро. Ай, задержка, ай, выдох. Ай, задержка, ай, вдох. Ай. Вот, это первый этап. Потом уже надо переключать, научиться переключать ай-ой. Ай. Задержка. Задержкой. Ай, выдох. Вдох, задержка. Ай, выдох, потом ай, задержка, ай, вдох. Ой, вдох. Ну, так, вот так вот. Ай-ай, ой-ой, ай-ай, ой-ой, ай-ай.
Ну да, да. Ну, у тебя пока получается как бы немножко хаотично, но вроде уже пошло. Угу. Чуть-чуть мозг еще. Ну да, для этого нужно просто медленно это тренировать, а потом уже войдет в такую автоматическую, скажем так, момент.